Коллектив Департамента экономических расследований по Мангистауской области в День Победы возложил цветы к вечному огню, чтобы почтить память участников сражений и отдать дань уважения ныне живущим ветеранам войны. Праздничное мероприятие продолжилось в кинологическом центре. Здесь воспитанникам областной детской деревни семейного типа продемонстрировали тонкости работы служебных собак, а затем дети приняли участие в играх. В конце каждого ребенка ждал сладкий подарок.